30 января в бесплатную ветсанчасть привезли пса с химическими ожогами на коже. Пса мы назвали Гудини за его попытки выбраться из вольера. Он умеет открывать и двери, и окна. Мы давно его вылечили, пытались найти новую семью, но, к сожалению, безуспешно. И сегодня Гудини отправляется обратно в деревню Лосню. Серёга тебя зовут? Черёнок. Я его Черёнком зовут. А Черёнок? Да. Дети Дэном. Дети Дэном зовут. Да. Дэн. Дэн. Обрадовался, своих встретил. Конечно. Ну, уже не так, как первый Погоди. Раз, да? Здравствуйте. Вот, забираем мы Гудини, обезьянку, деревню Лосня, которого обидели, облили кислотой или какой-то гадостью. Ну вот вылечился. Ну где-то у него тут, на каком боку ты был, я даже не помню. На этом? Нет, на этом. Да, похоже, больше. Гуди, да повернись. К вам льнет. А как его зовут на самом деле? Зовут его на самом деле Дэн. А, значит так, почему Гудини? Потому что парень у нас оказался ловкий. Он сначала открыл у нас калитку, хотя там вообще надо руку подсунуть, вот так, в общем, подвинуть. Сначала он открыл калитку, его перевели в другой бокс, где потуже закрывается. Там он открыл окно. Вот оно, это окно, второе. Он открыл окно, и ребятам пришлось убрать ручку, потому что, ну, пес хочет на волю, рвется. В общем, вот люди говорят, что в Лосне его, скорее всего, облили кислотой. То есть у него здесь был вот здесь ожог, и, наверное, на том боку, да, где вы? Нет, в общем, наверное, мы уже даже не помним, на каком боку они одинаковые. В общем, все заросло, парень вылечился. Люди забирают его обратно в Лосню. Но, к сожалению, к себе уже некуда, сколько-то уже много животных. Одним словом, много. Своих еще уличных кормите, да? Он едет в Лосню. Друзья, присмотритесь, потому что неизвестно, кто сделал это с Гудини, что сделал. Люди, конечно, будут следить за ним, но... Парню хорошо бы домой. А почему вообще он на улице оказался еще? Предыстория небольшая. Его еще маленьким щенком мужчина закрыл дома и уехал. Сколько он там был? Неделю, две, месяц, два, три, голодный. Никто не знает до тех пор, пока он не стал выйти. День воет, два воет, он три воет. Он поэтому и выбраться теперь пытается все время. Да, что боится закрытого, наверное, конечно, да, как клаустрофобия появилась определенно. Вызвали полицию. Полиция приехала, дверь сломали, его выпустили, с тех пор. В общем, с тех пор он так остался, да. В Лосне, получается, да? А контакт ваш укажем, можно? Угу, хорошо. Будет в описании к ролику. Если хотите обзавестись чудесным другом, который умеет... проказничать. Вот девушка вам встретила, просто обрадовался. Ну, в общем, хозяина будет ждать очень. Он долго ждал своих людей снова. И будет ждать дальше. Пишите, звоните, Гудини пристраивается в хорошую семью, а пока отправляется в свою родную деревню. В приюте мест нету, к сожалению, постоянно держать всех. Ну, и в вольере сидеть на пожизненном, это как тюрьма, поверьте, тоже не лучший вариант. У Гудини есть свое место обитания, куда мы его и отправляем. Да? А помочь ему в ваших силах. Пишите комментарии, в общем. Делайте репосты. Гудини похож на овчарку у нас. Угу. Да, хулиган? Ну, года два, наверное. Да, наверное, года два, потому что... Все, давайте проводим Гудини домой. Ваш номер телефона тогда укажем. Звоните, звоните, звоните. Вот так. Знакомьтесь с Гудини. Красавец. Есть что по нему добавить? Хороший, умный, да? Красивый, как Кавказ. Последний снег, Гудини. Да. Завтра, считай, его уже не будет. Нет, он с нашим псом пошли. У них такие драки. Два там сидит, ну три. Сколько он там сидел? Мы пока идем, узнали, что Гудини у нас не только Гудини, но и эгоист, да? Угу. Чтобы гладили только его. Только одного его. Вкусненько только одного ему. Собак, ну вот почему к себе люди не могут взять? У них собаки, а он их уже подрал. Правильно говорю? Угу. В общем, Гудини лучше туда, где нету других животных. Угу. Вот так. Это все, скорее всего, да, отголоски запертой жизни. А с человеком, который его запер, не знаете? Правоохранительные органы. В розыск подали, он так больше не появился. А, в общем, все, он пропал и все, да? Может, ну, видимо, нецеленаправленно это было сделано. Может быть, он в город поехал, да что случилось? Может. Ну, да. В общем, не будем проклинать потому человека. У него, у этого мужчины спрашивали, продай нам щенка. Угу. Он сказал, друзей не продаю. Ну, сколько прошло времени? Несколько месяцев. Все.
Гуди, продает, но бросает. Слушай, ну неизвестно, что случилось, тем более, если человек в розыске. Но детей он любит. Гудини, любишь детей? И людей. Дети про него спрашивают. Дэн! Дэн, закопаешь меня! Гудини хороший, умный, воспитанный пес. Да, он эгоистичный. Но, вероятнее всего, его любил хозяин, который пропал. Что случилось с хозяином, не знает никто. Теперь остается только найти новую семью для Гудини, в которой он точно так же будет отдавать всю свою любовь новым людям, новому хозяину. Номер телефона девушки, которая живет рядом с Гудини, мы оставляем в описании к ролику. Звоните, пишите, забирайте малыша в семью, он вам будет преданным, настоящим другом. С вами была Верность ТВ, до свидания.